Да, ребята, это аккаунт номер 2, и на нем 1 миллион голды! Просто посмотрите, 1 миллион голды, это не фотошоп, это не приватка, это ничего. И этот аккаунт реально может быть... Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и я просто в шоке, потому что прямо сегодня мне подарили аккаунт, который стоит больше 1 миллиона голды. Вы просто будете в шоке. Просто смотрите это видео от начала до конца без примоток. Самое главное, ребят, прожмите прямо сейчас лайк, потом поймете почему. Обязательно подпишитесь на мой канал и приятного вам просмотра. Рассказываю небольшую предысторию. У меня, в принципе, все видео, наверное, начинаются вот именно так. Я сегодня почти был на расслабоне, на чиле, после долгого стрима, который шел 5 часов, и мне пишут, Кента, пока, я тебе дарю аккаунт. Я думаю, да нет, раздня какой-то. И парень реально дает мне логин и пароль. Но это окей, это окей. Но после этого мне написал бразилец, у которого 1 миллион голды на счету. Скинул скрины, то все, и сказал то, что он тоже хочет мне подарить аккаунт. Ну а что было дальше, смотрите прямо сейчас по порядочку. Приятного просмотра. Ну что же, ребята, прямо сейчас мы зашли на аккаунт номер 1. И да, мне подарили этот аккаунт и второй аккаунт. Короче, обо всем порядочку. Это очень старый мой подписчик, он очень давно меня смотрит, и он уже просто вырос и говорит, Кентуха, я уже взрослый. Дарю тебе. Посмотрите, ID начинается на двоечку и придумывает необычный аккаунт. Это аккаунт киберспортсмена. Просто представьте, насколько же сильно мне повезло. Так, ну что, ребят, переходим в личный профиль. Что же тут интересненько есть? Я вижу то, что лучший ранг элита в сезоне номер 3. Но в сезоне номер 3, как мы видим, парень почти не играл. Потому что, ребята, еще раз повторюсь, он уже вырос, и ему стендов уже не интересен. Так, давайте посмотрим, что же в сезоне номер 2. А в сезоне номер 2... Ой, блин, стендов 2-то подвисает, елки-палки. Но пока стендов 2 подвисает, я расскажу то, что он состоит в клане Маслята. Да, ребята, это тот самый мой клан, и этот аккаунт из клана Маслята перешел к Кенту. Лучший ранг легенда. Да, ребята, вам не показалось, вам не послышалось, то есть этот парень потратил очень много времени, но он поднял легенду. Красавчик, мое уважение. И, ребята, если вы обратите внимание, то что у него КД 1.52, то есть, я скажу честно, это один из самых жестких киберспортсменов. Так, ребята, и в сезоне номер 1 тоже легенда, 54% побед, 1.64 КД. Короче, я вам скажу так, это один из самых жестких игроков в мире, с которым я когда-либо играл. И во всех моих турнирах, во всех моих КВ, я постоянно брал этого Дезли, пока ему стендов не надоел. И он всегда побеждал и занимал первые места, поэтому, я вам скажу так, этот парень однозначно очень жесткий кибер. Я прямо сейчас зайду в историю матчей, чтобы я не был голословен. Я вам покажу, как он обычно играет. Ну и, ребята, как мы видим, лишних слов не надо. Я зашел рандомно каточку, мы видим то, что Дезли на первом месте. И он играет вместе с Томберсом, Томберс на втором месте. То есть, я скажу вам так, этот парень максимально жесткий. Так, клан Маслят, ребят, тут уже без комментариев, лучший клан в мире, всем все понятно. А теперь погнали, почитаем немножко его сообщения и после этого посмотрим его инвентарь. Ну и только что, ребята, я зашел к нему в личку, потому что мне было очень интересно посмотреть, а что же пишет личное сообщение киберспортсменам? И знаете что? Им не пишут, как мне, каждый второй. Пожидай голды. Им пишут: привет, я твой огромный фанат. Я люблю смотреть, как ты играешь. Ответь мне, пожалуйста. Я про этого парня снимал не одно видео, и реально у него образовалась целая фан-база своих подписчиков, которые обожают его и обожают, как он играет. Кто-то пишет ко. Так, давайте посмотрим, что же ему пишет вообще интересное. Пишут, чего не играешь, что-то пишет точка, что-то, ребят, вообще ничего не понятно. Привет, привет. Тут еще пишет сообщение: привет, можешь сказать, сколько тебе лет, да? А знаете, почему пишет такой вопрос? Потому что, ребята, когда-то очень давно я снимал видео «Самый молодой киберспортсмен» или что-то такое, потому что ему тогда было 9 лет, но это было, ребята, 3 или 4 года назад. Ну а прямо сейчас, ребята, давайте посмотрим, что же у него в инвентаре. Я еще раз повторюсь, то, что у него очень старый инвентарь. Погнали смотреть. Воу-воу-воу-воу-воу! Да, ну, быть такой не может. Это сон. Это сон, я не верю. Это правда, это настоящий аккаунт, и он подарил его мне? Блин, ребята, мне плохо. Так, давайте обо всем по порядочку. Сколько стоит стикер Neon Color? 2300 голды. Обалдеть! Вот это я богат. Окей, ребята, идемте дальше. Теперь сникеры Snow Queen. Не, я не могу принять от него этот подарок. Я не могу принять от него этот подарок! 25 тысяч голды!
25 тысяч голды. Вы понимаете, насколько это много? Вы понимаете, насколько же это большая сумма? И он это дал мне. И тут при этом не одна наклейка, тут три наклейки. То есть уже чисто наклеек тут на 80 тысяч голды. Да, ребята, я просто в шоках. Но помимо всего этого, у него также есть АВМ Генезис, на котором есть... А ну-ка... Подожди, мне показалось или нет? Да-да, смотрите, на прицеле есть наклеечка Snowkin, то есть уже это аккаунт 100 тысяч голды. Есть еще один АВМ Генезис, на котором тоже есть наклеечка Snowkin. Охренеть! То есть этот аккаунт уже стоит 125 тысяч голды. Есть также 1, 2, 3 ножичка. Сколько стоит M9 Bayonet Universe? 8700? Ничего себе! Ничего себе, сказал я себе! Вот это, ребята, конечно, да. Я просто в шоках. Посмотрите, как же много разных легендарок. АКР Туерс! Вот это да, ребят. Вот это я понимаю аккаунт, да? Блин, сколько у него всего. У него даже эмочка Grand Prix с Хэллоуин наклейкой. Обычная эмочка Grand Prix с Хэллоуин наклейкой. Да, пацаны, вот это я понимаю. USP Stone Cold. Кстати, USP Stone Cold, честно говоря, дешево. Всего лишь-то 480 голды, братанчик. Ну, это дешево. На Вэмми Скрэч тоже Хэллоуин наклейка. То есть, я смотрю то, что он, ребят, помимо того, что он киберспортсмен, он еще и трейдер, потому что накупил себе наклеек, купил себе куча всего. Так, ребят, листаем самый-самый низ. Что же еще интересненькое мы тут сможем увидеть? Давайте листаем. Вижу анкомонки. По идее, в самом низу должны быть наклейки, если я не ошибаюсь. Так, листаем. Да, смотрите! Ой-ой-ой, сколько наклеек! И при том, все эти наклейки легендарки. Обалдеть, 100 голды. Вот это, ребята, я понимаю. Просто посмотрите, как же много всего. Стикер Аккордеон, нифига себе, сказал я себе. То есть и для него это дешевые наклейки. То есть у него инвентарь как минимум 1150 голды. Это как минимум, посмотрите, стикер Пингвин. Так, а сколько, кстати, наклейка? 395 голды, самая дешевая. Ой, блин, вот это я понимаю, люди живут. Вот это люди живут, ребята, обалдеть, не встать. Просто, ребята, прожмите лайк за этот аккаунт, потому что этот аккаунт теперь мой. Так, теперь давайте мы перейдем в историю, потому что тут должно быть самое-самое интересное. История покупок. Как мы видим, последняя покупка была у него 2 октября. Я просто в шоках. И он покупал Танта Малахит. Я не знаю, почему купил именно и на этот Танта, потому что, как по мне, он самый стрёмный, но он его купил. Дальше мы видим то, что 9 июля он себе покупал наклеечки. То есть, ребята, как мы видим, он очень давно не заходил на этот аккаунт. Посмотрите просто. Тут он купил анкомонку MP45 пиксель. Братан, а зачем ты ее купил? Ребята, а тут он купил вот эту вот наклеечку, и спустя год она стала стоить 3 раза дороже. Вот это он трейдер. А тут он купил АВМ Генезис за 2-300 голды с наклеечкой Snow Queen, которая сейчас стоит 25к голды. Ничего себе он брейн. А тут он купил M9 Bayonet Universe, купал за 3к голды. Сейчас он стоит, ребята, внимание, 3 раза дороже, потому что сейчас он стоит 9к голды. Что вы скажете на вот это? Также он покупал Dangerous Zone по 20 голды. По 20! Давайте посмотрим сейчас, сколько стоит. 89, то есть он уже чисто на этих наклейках сделал окуп X4. В 4 раза купился. Kunai Poison, AVM Genesis. Просто, ребят, посмотрите, насколько же он играет по брейну. Хэллоуин стикер паки по 1200 голды покупал, а сейчас они стоят по 2300. Ну это нормально по-вашему? Ну это же просто трындец. Да, ребята, я просто в шоках. Эмочка Некромансер, 73 голды, а сейчас они сколько стоят? Да, ребята, вот это, понимаю, люди живут. Так, теперь давайте посмотрим историю продаж. Что же он продавал? Как мы видим, он продавал наклеечку за 200 голды нам Санта. Братан, а ты в курсе, что она теперь стоит в 2 раза дороже? То есть что-то наш трейдер немножко косячит. Если бы он это не продал, то он мог бы купиться. Керамид Клуба за 1400 голды. А что он так дешево продал? А, это он перед обновой хэллоуинской, наверное, продавал. Да, это он перед хэллоуинской обновой продавал, посмотрите. А это, ребят, он мне чуть продал наклейку за 159 голды. Не знаю, видать, ему был должен, я ему купил, наверное, да, за 159 голды. Не знаю. Я уже не помню, ребят, что было 2 месяца назад. Я не помню, что было вчера. А тут 2 месяца назад, ну вы прикалываетесь. Так, ребята, ну я скажу честно. Вот я ему давал 4800 голды. Обалдеть, вот это я щедрый. Вот это Кента пока щедрый. Просто, ребята, хэштег Кента пока добрячок. Ну и, ребята, так как это мой аккаунт, я хотел бы его немножко исправить. Я считаю, тут слишком много разных эпиков. Мы сейчас все эти эпики перекрафтим в легендарочки. И знаете, что сделаем с легендарочками? Вот как вы думаете, ребят?
тоже их скрафтим в Аркану. Просто посмотрите, как же сильно подлагивает Stand of 2, что даже крафт лагает. Я просто в шоке. Так, ребят, ну а теперь самое-самое интересное. Мы приступаем к крафту легендарочек. Ну что, погнали. Так, отбираем все эти скины. Так, вот так. Эхалай, махалай, авэмгенезис. Сейчас будет авэмгенезис, чекайте. Но мне что-то так подсказывает. Ладно. Забираю свой слово обратно. Эмочка попал джам. Ну тоже неплохо, как раз на этом аккаунте не было. Мы ее сразу применяем. Так как у меня, ребята, есть два АВМ Генезис, один сатрек, второй не сатрек, я предлагаю немножко продать. Ну это лишнее, надо продать, ребят. Так, и сколько мы продадим? Ну давайте, ребята, за 17500, ну наклейка 25 косарей, и АВМ Генезис я продам за 17500. Мало ли кому надо, ребята, обращайтесь, трейдер Илья на связи. Ха. Ну а прямо сейчас мы перейдем на аккаунт номер 2, и я вам расскажу, как же этот аккаунт, на котором очень много голды, я получил, и что надо сделать, чтобы его получить до конца. Сейчас все поймете. Да, ребята, это аккаунт номер 2, и на нем 1 миллион голды! Просто посмотрите, 1 миллион голды, это не фотошоп, это не приватка, это ничего. И этот аккаунт реально может быть моим, то есть это настоящий аккаунт, вы не думаете, это не фейк какой-то. Давайте прямо сейчас купим, не знаю, фейбл кейсик, например. Ребята, чтобы получить этот аккаунт мне навсегда, надо выполнить всего лишь одно условие. Я договорился, чтобы получить этот аккаунт навсегда, вам надо набрать 100 тысяч лайков, потому что бразильский трейдер не верит то, что вы, ребята... О, блин, почти блок видео выпал. Потому что бразильский трейдер не верит то, что вы можете набрать 100 тысяч лайков. Поэтому, ребята, прямо в эту секунду, каждый из вас, давайте наберем 100 тысяч лайков. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, потому что если вы наберете столько лайков, этот аккаунт будет моим. Поэтому, ребята, судьба этого аккаунта зависит только от вас. Давайте покажем невозможно. Прямо сейчас каждый из вас подпишитесь на мой канал, кто не подписан. И самое главное, ребят, прожмите лайк и скиньте это видео вашим друзьям, потому что я хочу 1 миллион голды. Я 1 миллион голды поделюсь с вами. Так будет все по-честному. То есть аккаунт самый настоящий, чтобы понимали, все деньги в этот аккаунт, они задоначены. Они именно задоначены. Так что, ребята, прямо в эту секунду прожмите огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Мне важен каждый из вас. И отправьте видео вашим друзьям.